В Самарском региональном отделении общества глухих состоялась встреча с представителями правительства области и общественной палаты региона. Главной темой стало взаимодействие с органами власти. Обсуждалась и история с московским зданием Всероссийского общества глухих. Уже 45 лет там расположен центральный аппарат, но пока не ясно, что будет дальше. В Самарском отделении организации выразили солидарность людям с ограниченными возможностями, которые оказались в непростой ситуации, и подчеркнули, что в нашем регионе таких проблем не возникало. Представители областных властей заверили, что и не возникнет. У нас в Самаре проблем нет. Правительство к нам хорошо относится, министерство помогает нам, а вот в Москве очень даже плохо. Поэтому мы и решили собраться помочь.